Тут на видео у нас, сейчас мы будем включать этот богомерзкий блок питания и будем слышать, какие помехи он издает. Так вот. Вот я включил блок питания, выключил. Включил блок питания, выключил. Таких блок питания работало 4 штуки, помех, соответственно, создавали они намного больше. Вот так он светит на столе.